Многочисленные факты коррупции и финансовой деятельности правительства Тимошенко выявлены группой международных экспертов. Еще весной аудиторская компания «Траут-Качерис», юристы «Закингам Страус Хауэр энд Филд», а также агентство расследований «Кроу» начали проверку операции с госсредствами. Среди злоупотреблений иностранные специалисты выделяют махинации с суммой свыше 2 миллиардов гривен, полученные от Японии в результате продажи квот на выбросы углерода, а также закупка автомобилей и медикаментов, которые якобы использовались в политических целях премьер-министра и ее соратников. По словам аудиторов, эти факты войдут в материалы судебных расследований, которые уже проводятся за рубежом. Вы увидите там перечень сделок, договоров, к которым причастны премьер-министр и некоторые другие правительственные чиновники. Слушание по первому делу относительно закупок укрвакцины и лекарств у американской компании за бюджетные средства начались 17 сентября в суде американского штата Орегон. Второе дело о закупках автомобилей для МЧС начали рассматривать в Лондоне.